САП работает в колонке. Но для моих 180-ваттных 8-омных BBK'ев этот ресивер слабоват, честно скажу. То есть было V320T, он получше работал. Режим CyberLogic. Раунды работают. Все каналы работают. Ресивер на пломбе. Так, что, проверим микрофоны и входы. Включаем ресивер. Раз. Сейчас запустится. Один, раз. Микрофон Шур SM57. Раз. Второй микрофон и вход рабочий. Так, второй вход DVD. Колонки все работают. Так выключается ресивер в режим ожидания. Ну и все, особо тут больше говорить-то не о чем. Работает. Центральный канал забыл включить, извиняюсь. Вот проверка работы. Центральный канал работает нормально. Громкость добавляется. Он у меня там стоит, так сказать, спрятанный, поэтому я его тут пришлось отдельно проверить. Ну все вроде.